Клуб активных родителей «Каркуша» зародился в Иркутске, но уже второй год он проводит различные акции и в нашем городе. В их числе тренинги по безопасности для детей и подростков, мастер-классы. Например, опытные психологи рассказывают, как уберечься от похитителя, а другие эксперты учат изготовлению открыток. Родители постигают азы финансовой грамотности. В этот раз школьники присоединились к правоохранителям, чтобы призвать всех участников дорожного движения к взаимному уважению. Совместно с автоинспекторами они провели акцию «Письмо водителю». Отношения детей мы можем увидеть на их лицах. Они довольно-таки счастливые, радостные. Для них это не ново, потому что мы проводим это уже третий год, такую акцию. Ну, именно в Ангарске второй год. Дети счастливые, дети рады. И для них это ново, интересно. Может, что пишут обычно? Обычно пишут соблюдение скоростного режима. Пишут, чтобы устанавливали детские сидения в машине, да. Чтобы были трезвы за рулем. Это как бы самый такой тоже распространенный комментарий в их письме. Автомобилисты благодарили школьников за добрые советы и обещали быть ответственными, внимательными и соблюдать установленные правила. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск.